Проводить профилактическую работу с учащимися школ автономии продолжают областные спасатели. В зимнее время, когда водоемы скованы льдом, многие ребята предпочитают проводить свободное время именно на них, при этом не всегда задумываясь о собственной безопасности. Об опасностях нахождения на водных объектах, правилах поведения в случае провала под лед и рассказывают школьникам сотрудники ГИМС. Очередными слушателями стали обучающиеся школы номер 14 областного центра. За окном у нас зимний период, и очень часто дети выходят на водные объекты для того, чтобы просто прогуляться, либо сократить путь. Поэтому мы проводим данные занятия для того, чтобы минимизировать, либо сократить случаи происшествия на водных объектах. Познакомили ребят и с основными средствами спасения, которые используют сотрудники МЧС в своей работе. Школьники с интересом примеряли и фотографировались в спасательном жилете и с кругом. Активно отвечали работникам ведомства на задаваемые вопросы, показывая, что и сами осознают важность темы и опасность, которую может нести невнимательность на льду. Подобные занятия очень нужны нашим детям, потому что мы взрослые и педагоги, и родители, да, и работники различных структур должны понимать и заботиться о жизни и здоровье детей. И очень важно, когда приходят люди в форме. Для ребят это очень их организует. И я так думаю, что они услышали и выполнят то, что сказали им люди в форме. Профилактика чрезвычайных ситуаций – одно из основных направлений деятельности ведомства. Помимо встреч в образовательных учреждениях, сотрудники МЧС продолжают практику рейдов по водоемам области. Андрей Кирюшин, Денис Листюхин, Новости 21.